На неделе официально стало известно о том, что президент Алроса Андрей Жарков уходит в отставку. Вопрос теперь должен утвердить Нацсовет компании. По неофициальной информации, Жарков, возглавляющий Алроса с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах и путях развития компании, прежде всего с Минфином, глава которого Антон Силуанов, возглавляет наблюдательный совет Алроса. Например, федеральные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в конце декабря прошлого года Жарков, также входящий в Нацсовет, голосовал против корректировки бюджета компании, предусматривающей сокращение долгосрочных финвложений и затрат на оплату труда. Он счел сокращение расходов сильным и неоправданным. Контракт с Жарковым был заключен на 3 года и должен был истечь в апреле 2018 года. До прихода в Алроса Андрей Жарков был заместителем руководителя Гохрана, ранее работал в Центробанке и Норникеле. Что касается преемника, то ранее информагентства сообщали, что единственным пока претендентом на пост главы Алроса является 36-летний сын экс-главы администрации президента страны Сергей Иванов-младший. Он сейчас работает вице-президентом Сбербанка. До апреля прошлого года возглавлял страховую компанию «Согаз». Тем временем разговоры о возможной приватизации Алроса не утихают, и смена президента алмазной компании, безусловно, подбросила дров в костер обсуждений на эту тему среди общественности. Впрочем, приватизация всего крупного госимущества страны, как известно, в ближайшие года 3 будет поставлена на поток. Это дело решенное. Премьер-министр Медведев утвердил постановлением прогнозный план приватизации федерального имущества на 3 лет. Документ касается 477 акционерных обществ, 297 ВГУПов, 10 ООО и более 1000 объектов иного имущества госказны. Предполагается, что при выполнении программы поступления в федеральный бюджет от приватизационных сделок составят 5,6 миллиардов рублей ежегодно, без учета стоимости акций крупнейших компаний, которые фигурируют в плане. Они будут проданы на основании отдельных решений президента и правительства. В том числе в ближайшую 3-летку это коснется как АО, где государство прекратит участие, так и тех, где оно его просто снизит. В последнюю категорию попадает и Алроса. Речь идет о снижении доли российских акций в алмазной компании до 29% плюс одна акция. Что касается якутских акций Алроса, то глава республики Егор Борисов и правительство нашего региона однозначно заявили и подтвердили, что Якутия приватизировать свои акции не намерена. Сейчас у Якутии, напомню, 25% плюс одна акция. Это так называемый блокирующий пакет. Другой вопрос с возможной продажей 10% акций Алроса Нюрба, принадлежащих Якутии. Нужно ли их продавать? Со всех сторон вопрос на днях обсудили депутаты, чиновники и эксперты на специальном круглом столе. Дело все в том, что да, если мы сейчас вернулись к теме Алроса Нюрба, да, то я еще раз возвращаюсь к теме, а эффективно ли мы управляем. Да? И вот сегодня мы должны смотреть на акции Алроса Нюрба не как на наше все, да, а как на рыночный инструмент. И вот здесь, в данной ситуации, вот по моему мнению, уличным каким-то движением, да, вот, движением там, каким-то высказыванием общественности, этот вопрос не решит. Должен быть четкий расчет. Эффективно сегодня, какова? Как видит непосредственно эффективный собственник сегодня дальше продолжение этих акций, как он, почему Скажите, сегодня, рацио, да, во главе угла, да, совершенно рацио, потому что если его не будет, можно попасть в иные ситуации, да, в свое время продавались, значит, достаточно сложно через парламент республики, вы помните, шли акции Сахателекома, да, но буквально если бы их еще немножечко бы протянули вот с их продажей, то их цена была бы непосредственно вообще совершенно иная. И ведь тоже же все деньги, они пошли на развитие. И поэтому вот здесь сегодня, да, говоря о продажах акций Алроса Нюрба, это нужно решать не на общественных советах. На общественных советах можно решать, куда, возможно, да, или, ну, нет, если совет, то экспертный. Да, то должен быть эксперт и четко определить, да, оценку, конечно, дать, соответственно, возможной продажи или ее не продажи. А вот какая позиция у правительства республики по этому вопросу. Правительство в любом случае будет исходить из, вот, скажем, того состояния, да, которое
у нас сейчас есть в экономике. То есть в зависимости от той экономической, финансовой, финансово-экономической составляющей. То есть вот сейчас, опять же, в отношении стоимости акций «Алроса-Нюрба» действительно наблюдается очень позитивная динамика. И как раз, когда есть вот такая вот пиковая ситуация в отношении акций, конечно, можно было бы рассмотреть вопрос продажи этих акций. Эти деньги бы, они влились бы в экономику республики и, собственно говоря, послужили бы в пользу развития экономики, в пользу развития тех же самых местных производств. Ведь когда у нас были предыдущие приватизации, мы в основном средства направляли именно только на строительство. Вот транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, а именно на поддержку бизнеса у нас не было направления этих средств. Поэтому есть возможность, которую, опять же, мы можем упустить. Нужно ведь суметь воспользоваться этой возможностью. Однозначно то, что вот за этот период существования акционерного общества «Алроса-Нюрба» акции, они находились всегда в собственности государства, то есть у Республики Саха-Якутия. Угу. Муниципальное образование «Нюрбинский район», на территории которого осуществляет свою деятельность «Алроса-Нюрба», они по договору социально-экономического развития получали безвозмездное отчисление. На сегодня договор, который у нас закончился в 2016 году, он был продлен, вернее, в 2015 году, в конце года, в 2016 году он был продлен. Размер со стороны большой компании был увеличен, опять же, вот в результате переговоров правительства республики. И на сегодня он составляет 384 миллиона рублей. Это много? Это на 3 года. Я думаю, что это серьезно, это много, да. Ну а по оценкам, 10% якутских акций «Алроса» стоит почти 15,5 миллиардов рублей. По итогам 2015 года республика получила порядка 1,5 миллиардов рублей дивидендов по акциям «Алроса-Нюрба». Эксперты твердят, что хорошая сумма – это порядка 9% годовых, но ниже ставки рефинансирования, которая сейчас составляет 11%, то есть не очень интересные акции. Во-вторых, у алмазной монополии этот год стал рекордным по прибыли, в том числе из-за курсовой разницы и за счет неплохой ситуации на рынке. Лучше уже может не быть. Отсюда вывод: продавать акции «Алроса-Нюрба», уверены в этом специалисты в этой области. А что вообще дает приватизация ценных акций Якутии? Какой эффект от продажи может ощутить республика и ее население? Куда направляют полученные от приватизации деньги? За примером далеко ходить не надо. В последний раз, как мы помним, республика продала свою часть акций в Большой Алросе, это 7%, в 2013 году, выручив за это 18 миллиардов рублей. Где сейчас те деньги? Тогда, в 2013-м, под вырученные средства от продажи акции «Алроса» создали компанию «РИК Плюс». Прошло 4 года, и на днях инвесткомпания опубликовала данные, что за это время «РИК Плюс» профинансировала строительство объектов в республике на сумму 13,5 миллиардов рублей. Это строительство жилья, объектов здравоохранения, образования, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. И это далеко не все, говорит глава «РИК» Петр Алексеев. Получается, 7% акций, которые были приватизированы, также средства поступили в республику, в компанию «РИК Плюс». И тоже также получается во исполнение решения только уже государственного собрания ИУТУМЭН. Эти деньги направляются на жилищное строительство, на газификацию опять, на коммунальную инфраструктуру, на судостроение, на строительство социальных объектов. По продаже «РИК Плюс» республика получила 17 миллиардов 640 миллионов рублей к финансированию наших проектов на территории республики. Получается, опять эти объекты также остаются на территории республики. Если взять вот укрупненно по ветхому аварийному жилью, почти 6 миллиардов рублей на сегодняшний день профинансирования. Государственная программа получила внебюджетный источник для финансирования своей государственной программы и указывали как источник для получения софинансирования с федерального бюджета. По программе газификации это 4 миллиарда рублей. На сегодняшний день профинансирована газификация на сумму 3 миллиарда рублей. Если взять вот РИК и РИК Плюс, то на территории республики газифицировано
тысячи домов. Помимо этого, было построено, точнее, софинансировано строительство почти 20 образовательных учреждений на территории республики. Также за счет этих средств Рекплюса был построен общественный центр, вот именно в городе Якутске. Также мы сегодня ведем вопрос по проектированию, завершению уже проектирования онкологического диспансера. Поэтому вот все эти, те направления, которые были определены главой республики, они финансируются строго в целевом порядке, и в будущем большинство этих всех объектов также будет передано в собственность республики. Я думаю, что также приватизация акций «Авроса», которая была осуществлена в свое время, очень положительный опыт приватизации государственного имущества. Добавлю, что надо понимать, что акции «Алроса» Нюрба государственные и никогда не были муниципальными. И Нюрбинский район при этом ничего не теряет, если продадут эти акции, так как у района есть договор о социально-экономическом развитии с Большой Алросой. И все алмазные деньги идут в район именно по этому договору. Также очевидно, что имущество республики должно эффективно работать на всю республику. Ясно, что Якутии нужны инвестиции на строительство жилья, соцобъектов и инфраструктуры. Тем более, что рост экономики и развитие социальной сферы, стройки школ, садов, больниц и дорог в последние годы в основном связаны именно с приватизацией акций «Алроса» в 2013 году.